даже если бы их антарани начали нагибать, ну, допустим, у антаран было, когда мы с ними сражались в одной карте. Сколько? 10 линкоров на нас сперло. А у них всего 3. 4. Ну, до начала игры 4 линкора где-то. 7 линкоров. У них 7 линкоров. Ну, тех, может, 7, может, больше было. 7, потом 8, потом почти не 10 стало. А когда было 7, мы и 2 расшибли. А потом оказалось, что они приплывают к планете, и антарани бывают обратно вообще. Если есть вот этот экран, который мы разрабатываем. Ну, не удержит такую орду. Там треть, может, или четверть там удерживает. Планетарный экран. То они бы уже не могли бы кораблями своими там ничего сделать. Ну, если экран стоит. Ну, то есть, если, допустим, вот эти же без линкора уже с трудом будет этот экран, значит, могли пробить. Значит, тогда им нужен десант был бы. Можно, да, переиграть, попытаться. Допустим, откупиться от них. Он же на этом ходу. То есть, наверное, он должен был Миквара объявить войну, а потом только нападать. Они когда деклайн был, они взорвали нашу базу, а потом объявили типа война. Ну, наоборот. Да непонятно, как в середину, в такой как катавасии заладить между Булрати и там Микварами и Псиломами. Ну, то есть, если где-то ну, сбоку там прикрыть, там на фланге Псилонов, например. Ну так как не быть с ними, типа там в тыл Булрати. Ну тут вот этот квадрат еще более-менее был, чтобы Булрати, Псилоны с Микларами, допустим, сражались. Даже если бы они начали победить, да, то кто-то или Булрати, или Псилоны производили свои корабли, и мы могли прийти там, допустим, на помощь кому-то. Но они любят, ну типа, мир. Ну то есть мы вклинились, эти взяли и замерили, а эти подлезли. Ну, можно предложить попытаться. Нейтралитет, например. Это шо, какая война вообще, не понимаю, чё у нас не было никаких. А? Ну, мы знали. ГОС-Т. 12-712, вот здесь. Выстрелили бы бойцов. Мы не узнаем теперь. Можем этот бунт десантом подарить. Райт точит когти, Ваше Величество. Смотрим мудочки из этого программа. Нажимаем кнопку и пишу. Все на флот составит. Сколько все гидро и нахер. Только да, Кордон. А где вот? Ну под боком, честно говоря. Но они должны были за нас уже играть, потому что это гвардии. Возле Псилонова, отошли бы на гидро, возле Псилонова. Там. С Булрати и наш флот и дали подпор бы этим Микларам. Но все равно у них много. То есть надо было не тратить Булрати свои корабли. Не поймешь. Утилизатор. Только богатые, все равно богатые.
Нам надо посмотреть, мы можем что-то изменить. Вот этот изолятор множественных состояний. Позволяет кораблям проходить через нестабильные точки варпа. Ну вообще дальний этот. Дальний прыжок возможно. Вот оптроника. Вот магнитографика мы часть этого развиваем. Вот экран. Тут ворота гиперпрыжка. Ну вот мы сюда еще не дошли, то есть ну, тут бы какой-то космический лифт и линкор, например. Ну мы смогли бы его тут развить, но напрямую надо было все развивать сразу. Вот тут генетические мутации, политологии. Короче, входить в астроинженерию напрямую. Все, но он бы чем бы он стрелял. Но это слишком та такая. Ну, антигравы там. Количество туров. Тут 25, 15. 40 туров, чтобы пройти одну ветку. И она больше туров. Ракета. Переработка. Нейтроневая броня, она там на низе. Ну, ракеты еще.